А как прекрасно в осеннем лесу выпить кофейку из термокружки. Тоже испытывая. Ну вот, друзья мои, вот такой вот мешочек, такая упаковочка. И сейчас мы проведем учение по сборке этой палатки. Большая кемпинговая палатка Outwell Lanai Reef. Трехместная, но довольно большая, тяжелая из-за смесевой ткани. Смесевая ткань здесь применяется. Outwell в одно время экспериментировал со смесевыми тканями. Вот. Есть при этом некоторый плюс у смесевой ткани, что из-за содержания хлопка палатка более дышащая становится. То есть в ней легче дышится, меньше вот этот такой заперт воздух и получше держит тепло вроде бы. Вот. Но есть минусы, конечно. Главный минус — смесевая ткань, она гораздо тяжелее. Более громоздкая, более тяжелая. Поэтому, соответственно, и палатка тоже. Ну вот, друзья, первый этап. Пока я только разложил. Собрал дуги. Колышки тут разные. Разного цвета, из разного материала. Видимо, для разных мест. Что удивило? Дуги стальные. Прямо сталь. Похоже, даже не алюминия, а прямо нержавейка. И в качестве резинки, внутри стягивающей, вот, как всегда, используется металлический тросик. Представляете? То есть ничего себе они тут это... Ну, не буду сейчас показывать. То есть две основные дуги, они тут стальные, с металлическим тросиком внутри. И тросик подпружиненный. Вот. Одна дуга стеклопластиковая. Ну, это, видимо, уже там дополнительная она формообразующая. Она не несет такой нагрузки. Вот. Дальше. Собираю дальше. Ну что, друзья. Потихонечку собрал. Потихонечку Сандра собрал. Вот как она выглядит. Причем собирал один. Что хочу сказать. Ну, собирается, может, конечно, не быстро, но ничего сложного нету. Собирается несложно. Больше, скажем так, сложность создает именно ее габариты и масса. Но вполне реально одному собирать, никаких проблем. Вот. А вдвоем еще веселее. Хотя даже я не вижу необходимости тут для двух человек для сборки. Внутрь еще не заходил. Сейчас буду с вами открывать, заходить. Вот. Конечно, на все растяжки не ставил. Так, у меня же пробный. Надо потом все растяжечки. Дверь. Ага. Там еще есть стоечки под дверь. Она может как козырек. Ага, вот она. Вот сеточка москитная. То есть можно оставить москитную сетку только за дверью. Угу. Прекрасно. Сейчас идем дальше. Открывается москитка. Москитка сейчас не видно здесь. И вот там палаточка у нас, смотри. Сейчас зайдем. О, какая красота. Ох, ребята, какая красота. Не, ну это, конечно, кайфово здесь все. Полностью молния снизу. Пол пристегивается. Как бы двойной пол получается. Первый пол идет на всю палатку. А второй, значит, у нас идет... Ага. Вот так вот у нас наше спальное деление. Ага. Прекрасно. Это все шторки, которые можно поднять. Будет светло и прекрасно. Ну что я могу сказать? Очень здорово.
Очень здорово, здесь все открывается, все на шторки. Это кабель-канал здесь. Это тоже, так понимаю, шторки. Тут я уже снял шторку. Ну, просто сейчас не хочу все шторки снимать. Все равно все собирать. Да, все это закрывается прекрасно. Все прекрасно закрывается. Вот. Что касается печи, как я вижу, печь, если ставить, то печь ставится здесь, на пол. Тут просто сделается подстилка. Угол достаточный. И эта дверь. То есть тут у меня специальная проходка есть такая, сетчатая. Выводится через дверь, через одну сторону, и все. Вот. Дверь остается на липучке, и все. И я вот. А с другой стороны закрывается. И просто одной стороны двери пользуемся для входа. Вот. Поскольку здесь есть шторка, то даже не страшно. От нагрева она хорошо, она такая хлопчатая, она не даст даже стенки палатки от печи нагреваться сильно. Так что она хбшная, она не должна не сгореть ничего. Ну, печь достаточно далеко, кстати, будет здесь. Вот стенки, я думаю. У меня печь маленькая. Я думаю, что вполне не нужно здесь никакие дыры делать. Все должно работать через дверь. Так что да. Ну, такая палаточка. Такая палаточка. Вот, well. По крайней мере, я проверил комплект. Покупал с рук. Покупал с рук. Был не совсем уверен, что все хорошо будет. Все-таки штука дорогая. Хотелось проверить еще в этом году. Вот. Хотелось проверить в этом году, посмотреть, как она себя покажет. Ну, в общем, здорово. Вот хожу в полный рост, как видите. Тут еще, ого-го, сколько еще места. Она даже, мне кажется, чуть повыше, чем у меня была. И размером чуть-чуть побольше, чем у меня был трим. Grinnell Trim Quick. Это немножечко побольше. Ну, что хочу сказать, да. Единственное, чуть-чуть подольше собирать, чем автоматический Grinnell. Ну, знаете, автоматические палатки, там тоже есть свой минус. Они как бы быстрее собираются, но на самом деле ничем не быстрее, поскольку там нужно ставить все оттяжки, растяжки, и там тоже в итоге не сильно-то экономится это время. Вот. А по сложности сборки я бы сказал, что несмотря на то, что Grinnell у меня был автоматический, мне кажется, это даже проще собирается. Вот на самом деле она собирается проще, потому что там вот с этим замком, с автоматом, надо расправить все эти дуги, надо защелкнуть замок, он еще туго защелкивается, все это, и там вокруг этого паука прыгаешь в автомате. А здесь все очень просто, ну, просто немножко время побольше. Вот. Но при этом, конечно, она стоит попрочнее, конечно, попрочнее. Прям металлический каркас, все хорошо, в растяжечку так. Вот она, палаточка. Ну, вы сами видите, да, тут, ну, это тоже, кстати, тут вентиляция. Приятная расцветочка. Мне нравятся светлые палатки. Да, лишь бы только она от воздуха не пачкалась просто сама по себе. Знаете, как бывает, что светлые палатки слишком собирают на себе грязь. А так, ну, это прям, да, полноценная кемпинговая палатка, можно жить. Вот, ну, конечно, наверное, ставить ее там на 2-3 дня, наверное, смысла нету. Хотя бы там от 3 дней.
Вот, но жить можно в ней, наверное, долго. Так что вот так. Повторю, сейчас осень. И я выехал просто попробовать. Выехал просто попробовать. Вот, кстати, валяются дуги. Еще стойка. Это собирается стойка опорная под... ну, вы поняли, да? То есть дверь можно ставить на стойке еще. Выход один. Выход-вход. Второго входа я не вижу. Ну, в общем-то, это не принципиально. Может быть, даже это хорошо, когда с двух сторон входа, там с разных сторон непонятно, кто откуда будет входить, непонятно, что где можно поставить. Вот, в общем-то, вход один, все понятно. Палатка Outwell Lanai Reef. Считается трехместная. Ну, палатка большая. Она большая, но не чрезмерно. То есть вот что еще очень важно. А то бывает палатка такая, что, ну, прям совсем ее ставить, это несерьезно. Вот. А здесь такой размер. Размер меня устраивает. Размер меня устраивает. Ну, осталось проверить ее, так сказать, в деле. Вот сейчас Атику показал. Надеюсь, он ее метить не будет. Все чистенько. На самом деле палатка, как хозяин говорил, что новая. Но, судя по всему, да. По крайней мере, выглядит как новая. Выглядит как новая. Ладно, будем собираться. Будем собираться, время идет. Пора. А, что еще хочу добавить? Собирается она вообще просто. Вообще быстро. Быстро и легко. Чуть ли не быстрее, чем моя маленькая палатка. Так что это. Мы поехали. Все. Всем пока.